Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь информирует. С 1 июля 2025 года юрлица и ИП обязаны использовать кассовое оборудование в соответствии с требованиями, указанными в постановлении МНС и госстандарта номер 29/99 от 14 октября 2022 года и постановлении МНС номер 10 от 29 марта 2018 года. Субъектам хозяйствования необходимо доработать кассовое оборудование или приобрести новое.